Ай-яй-яй-яй-яй! Нихуя себе. Привет, ребята, привет. Сегодня будем слушать Юру Plains Angel. Меня все еще зовут Артурчик Амферстфил. Вы все еще на канале Реакция Амферстфила. Тречок у Юры называется «Нельзя, продюсер». Мой братишка, сегодня все можно. Он, кстати, набирает учеников на игру на гитаре. Типа, сходите к Сереге. Инстаграм у него что-то Sony все можно гитарс или Sony гитарс, как-то так называется. Сходите, посмотрите. Следовательно, у Юры вот новый трекан. Я видел какой-то сниппет, честно, не вслушался. Давайте сейчас будем просто спокойно оценивать типа трек. У Юры, блядь, ну вы знаете, короче, я его очень люблю, но не все его работы мне заходят. Давайте чекнем. Я надеюсь на то, что должно быть пиздато. Поэтому без лишней хуйни, погнали чекать. Арпуха прикольная на пианино. Терплю и ненавижу. Завтра прокапаюсь. Смерть боится тех, кто ее ищет. Гигиена сна, виртуальные костыли. Я приеду к ней под утро. Сонный как паралич. Пищевые привычки. Чистого спирта мне медсестричка. Я чувствую, что ты голодная. Но когда лезу целоваться, обжигаюсь об холодное. Любить, любить всю жизнь — это все, что ты можешь мне предложить. Как же мне надоели эти, ну, блядь, тонов бы сюда каких-нибудь эпических нагнать. И узурпаторы, достигаторы, прокрастинаторы. Страхи жить нельзя. Мы боремся со скукой на огромных скоростях. Не смей меня прощать, я снова себя предам. Страхи жить нельзя. Страхи жить нельзя. Страхи жить нельзя. Страхи жить нельзя. Мы боремся со скукой на огромных скоростях. Не смей меня прощать, я снова себя предам. Страхи жить нельзя. Страхи жить нельзя. Страхи жить нельзя. Устрофобный комфорт. Пробую прочитать ее и режусь о страницу. Она защищает личные границы. Отдаться друг другу значит поддаться гедонизму. В социальном лифте с незнакомцами. Выстрелы навскидку, вспышками на солнце. По ушкам хай-хайтики прикольно бегают. Я слеп, я неосознанный летающий объект. Любовь — это ширпотреб, боль — это ширпотреб. Окей. Блять, этот фил, блять, из Кашмира, аж сердцем почувствовал его. Не смей меня прощать, я снова себя предам. Страхи жить нельзя, страхи жить нельзя. Страхи жить нельзя, страхи жить нельзя. Мы боремся со скукой на огромных скоростях. Не смей меня прощать, я снова себя предам. Страхи жить нельзя, страхи жить нельзя. Страхи жить нельзя. А где соло? Слышу, 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 родимая. Сразу видно, Серега бит писал. О, ебать! А чё вы соло поближе-то не оттянули? Сейчас, дорогой аноним, подожди. Да, ладно, давай. Доброй ночи. Хочу сказать. Так, сказать, давай я тебя прочитаю. Я тебя прочитаю сейчас. Давай трек дослушаем. Бля, ну прикольный трекан, если честно. Типа, хорошая песенка. Типа, не охуенная. Объясню, по какой причине. Во-первых, мне не совсем нравятся эти, типа, ну, как это, блядь, называется? Я забыл. Ну, конечно, повторение строчек в припеве, хотя здесь это выглядит нетипично и прикольно. Бридж вот здесь вот, ну, типа, чуть-чуть мощи не хватило. Хотелось прям, знаешь, типа, прям, чтобы прям жестко было. Но вообще трекан, типа, он неплохой. То есть, ну, как бы, в основном, что мне здесь не нравится, это его излишняя квадратность структурная. Объясню почему. Потому что вот условно там выходы с припевов, типа там заходы. То есть, да, прикольно, что он после первого куплета дал какой-то небольшой бридж, типа, а во втором не дал, типа, дал какие-то залеты. То есть, ну, в этом плане Юра красавчик, типа, это действительно неплохо звучит. Но при этом, не знаю, мощи какой-то не хватило, короче, припеву, на мой личный субъективный взгляд, опять же. Но при этом
Еще меня, короче, конкретно выбесило то, что, блядь, ну вот чуть-чуть поиграйтесь, короче, вот чуть-чуть прям со структуркой поиграйте. Тут все уже почти есть, но у меня вот выход с припева на куплет прям такой, блядь, ну вот опять эта арпуха, типа, вот просто дай чуть-чуть паузочки, дай вот просто паузочки без драмки побыть, и это будет прикольней, реально, вот чуть-чуть. В остальном, Юра молодец, за эту песню, как бы, да, не вижу причин, как бы, его ругать. Вполне себе хороший трекан. Ну, тут все наши, типа, Серега, стыди, в целом, чё, хули. Все, а вот представляете, те же люди работали над песней «Буду-буду улыбаться без причин». Понимаете, вот. Бля, еще, кстати, хочу официальное заявление сделать. Вот все хуесосы, кто говорил, что Федор Стыди не умеет работать с роком, сейчас вышла эпишка Wild Ways, блядь, со сведением Федора Стыди. Вот сходите, послушайте и поймите, это Федор Стыди не умеет вас сводить, или исходники у вас дерьмо ебаное. Вот реально, просто сходите и приколитесь, блядь. Такая вот хуйня.